Перед вами кухня, в которой я снимаю свои мукбанги. Вот сейчас мы только, еще масло на столе, сейчас мы только попили кофе с мужем. Так, здесь зеркало, здесь дверь в нашу спальню и вот такое пространство. Здесь раньше стояла печка, ну, такая, в смысле, магазинная, государственная магазинная печка, такая железная, которую мы отдавали, теперь привезли назад. Сейчас она находится на стадии подготовки к работе. Вот ее еще осталось покрасить. Мы ее от ржавчины почистили и установим здесь. Это дымоход открыт. И топится наш основной камин. Такой шикарный камин. Тепло 2-3 дня держит. Очень классный камин. Такое тепло от него. Шикарный. Такая печка. И наверху вертолет. Он управляемый там. Короче, туда надо заливать керосин, чтобы его завести. А так вот он от джойстика управляется. Очень такая тяжелая штучка. Вот такие игрушки есть у моего мужа. Были. Вот это вот. Таким образом мы заносим дрова. Так.